Осень в этом году доживает свои последние деньки. Календарная зима уже практически наступает на пятки. Морозы уже пришли в наш регион, а вот снега явно не хватает. И перспектив в ближайшие дни на его выпадение никаких. А вот мороз будет крепчать день ото дня. 26 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха -7, -12, местами по области до -15 градусов. Днем -3, -8. В четверг, в пятницу сохранится преимущественно сухая погода. Ночные температуры воздуха пониже -10, -15, местами по области до -18 градусов. Днем также на градус меньше, -4, -9. К концу недели похолодает еще на пару градусов, так что дело за снегом, и настоящая зима распахнет свои объятия. Ну а заждавшиеся лыжи уже можно смазывать и готовить санки. И, конечно, не забывать теплее одеваться. Тоже не помешает.